действия были, были комбинации, и это нам дало победу. У вас главная комбинация, когда на тебя играет, по-моему. Да. Тренер предложила, да, ну и мы согласились. Она нам сразу написала, давайте вместе, и мы согласились. Ну, у нас немного туров осталось, поиграйте еще. Да, так, думаю, да. Мы старались все, ну я пытался делать все свои усилия, вкладывал в победу, я думаю, что у нас все получилось. Но командная игра, конечно, превыше всего была. Мы очень хорошо сыграли. Как удалось победить-то, наконец? На самом деле, мы сегодня очень круто соединились, под конец игрались, и мы реально боролись. Нормально, мы вообще нормально, просто бились, нормально, и вообще душой и телом утром сделали энергетические практики. Потому что сегодня особенный день, и мы знали, пойдем, что мы победим. Пойдем, так. Мы действительно очень долго этого хотели, ждали, и вот общими усилиями достигли этого результата. Надо попасть как-то. Одна попытка. Одна попытка. Аплодисменты! Спасибо. Настя, поддержим аплодисменты. Кормить. Кому Сергеевич, его деньги. Ну, я считаю, это несправедливо. Учредил приз и его выиграл. Тренируйтесь, ребята. Умножаем на 3 и разыграем в следующий раз. А ты красавец еще. Играли против команду, у которых был один маленький и 3 больших, точно так же, как у нас. Когда у них оставались 3 больших на площадке, был я, мы играли размен, и я остаюсь большим, у меня преимущество за счет скорости. То есть я создаю какое-то пространство и пошел бросок просто.